Ларнака, Кипр, набережная, утро. А это главное рыбное место Ларнаки. Вот сюда заходят суда, ну, лодки, боты такие. И прямо вот сюда, на рынок. Вот такой главный Grand Fish Market. Ну, может, не очень Grand, но посмотрите на эту красоту. 15 евро, это 20 евро вот это. Ну, это цена за килограмм, кальмары. Вот. Октопус, осьминоги, 15 евро. Тут название только по-гречески, фиг поймешь. Бати. Тут закрыто. Вот такая красота, лайфхаки. Вот. Какая красавца, какие красавцы, обалдеть. Вот тоже осьминоги, кальмары, сопгос, что-то такое, сопгос может быть, ну нет, что-то наряды, это уже ближе, кильки, наверное, тоже. Ну тут красавцы и королевские такие громадные, ну очень большие, но сегодня. Очень хороша Ларнака. Тут не надо, как в Пафосе, спускаться вниз с горы, где сам город находится, как бы основная часть, центр. А здесь все вот мелко, все на одном уровне. Отели прямо вот там, максимум 100 метров вот, до линии моря.
вот за этими деревьями уже аэропорт Ларнаки. А вот и сама Ларнака. И соленое озеро, и фламинго. Это мастерская. Здесь вот мастер делает такие корабли. This is это Святой Лазарь. Это он мне подарил. Спасибо. Тут рядом Church of St. Lazarus. Мастерская. Thank you.
И чем хороша Ларнака, я уже говорил, кажется, что тут все рядом, на одном уровне. И прямо набережная, вот с отеля выходишь, и вот сразу на пляж. Перешел дорогу и на песок сразу. И даже второй, третий ряд тут улицы длинные. Вообще очень близко. По сравнению с тем же Пафосом, который вот 135 километров отсюда, то там город как бы на горе, наверху находится. А здесь и там отели внизу тоже есть, но туда вам в город надо подниматься все время, в гору идти, чтобы когда там в центральной части, в сити погулять. А тут все на одном уровне. Подобная фигня, кстати, и в Лимассоле, которая между этой Ларнакой и Пафосом находится. Ну там длиннейшая набережная, там больше 10 километров, может и 15, может даже больше. И вот в любом месте море. А, что еще интересно, здесь, ну, может не чистый песок, но он такой досыпанный, хороший такой. В Лимассоле там тоже частями тут есть насыпанные пляжи, есть более дикие. А в Пафосе полно просто камней. Просто камни. Но там есть муниципальных несколько пляжей, и возле отелей где-то там кусочки свои насыпают песком. А вот просто прийти к морю, вот как в любое место здесь, там дикие камни, там просто ноги можно переломать. Я лично пытался там, ну, окунался, и там очень стрёмно, в общем. Ну, за исключением, конечно, цивилизованных пляжей. Набережная Финикутис. Надеюсь, ударение поставил правильно, хотя не уверен. Ларнака. Первая линия от моря. Вот и море. Вот и море. И то, что по нему ходит. Наверное, самая известная улица Ларнаки идет от площади Европы и до старинной крепости. Там же музей. А дальше вдоль побережья там тоже известный пляж Маккензи. А еще дальше соленое озеро, на котором фламинго живут, прилетают на зиму зимовать. И там же чуть дальше аэропорт Ларнаки, самый большой и главный аэропорт Кипра.
монастырь Святого Георгия, Ларнака, Кипр. Святой Георгий. Это вообще-то Кипр, а не Греция, но здесь принято греческий флаг. Так же часто, как и кипрский. Патриарх Александриас Петрос. Ларнака, Кипр. Храм Святого Георгия. А рядом монастырь его же имени.